На всероссийский конкурс проектов в сфере экотуризма от Московской области направлены 4 проекта. Один из них – «Звенигородский вектор», представляет Одинцовский городской округ. Проект направлен на создание экотроп и велодорожек от Савино-Старожевского мужского монастыря по течению Москвы-реки с объединением исторических и природных памятников в единый маршрут. Помимо этого, планируется создание объектов туристической инфраструктуры на протяжении всего пути.